Всем привет, с вами снова Фиоранис, мы снова в Age of Empire 4. Сегодня поиграем за англичан. У меня уже была попытка сыграть за китайцев, но... Это пиздец. У них вроде все хорошо с ресурсами, но ну их нахер, этих китайцев. Сыграем за англичан, у которых сразу хорошие пехтура, хорошие лучники в игре и все остальное. Так, с нами какой-то... Агуман... Против нас аббасиды и немцы. Окей. Вот. Карта, правда, не самая прикольная. То есть я только что как раз-таки играл за этот Китай на Алтае. И там вообще пиздец. Если на... Ленд, или как он там называлось. Там хотя бы... Можно было узкие проходы дефать. То здесь могут напасть абсолютно с любой стороны. Ну, фактически. Ну, ладненько, ладненько. За англичан, я думаю, немножечко полегче пойдет. У нас будут лучники, которые намного быстрее будут выходить. То есть нам казарма для лучников не нужна. Там свек сейчас построим. У нас будут сразу хорошие мечники доступны в казарме. Ну и копейщики, соответственно. Погнали. Конфлич. Где тут еще козы? Так, поохотиться можно будет. Есть золотишко не так далеко от базы. Сейчас еще коз приведем. Так, ну-ка сбагрим коз. А в этот раз карта поприятнее сгенерилась, слышите? До этого ко мне прям заходи, ебош. Тут золото большое. Ох, нихера тут овец. По кайфу. Особо даже охотиться не придется. Так, ну а ты иди сюда дерево рубить. Продолжаем штамповать рабочих. Че, тиммейт? А, ну он уже дерево добывает, кстати. Тоже привозит к овец. Нормально. Прошаренный. И, кстати, в основном почему всегда играют за британцев. Ну, за англичан. Не знаю, чем вызвано. Я просто захотел немножечко разнообразия. То есть за аббасидов мне не очень понравилось. За китайцев что-то вообще пиздец. За немцев мы играли, ну, как бы остаются британцы, пока других никого нету. Еще овца. До двадцаточки добьем, будем наверх копить. Воды здесь, по-моему, нету. Так, тут горный массив. Так, как лучше дефать базу? А хер его знает.
Ну, здесь надо стеночку захерачить. Здесь еще с горой. Так, ты на золото иди. Так, здесь можно пройти, кстати. Угу, долиночка. Там с волками пиздится. Мне кажется, вот так вот хенты закрыть и все. Главное не обосраться. Главное начать строить стену и добывать. Так, доспрещать, да и создает английских лучников на 100% быстрее. Улучшение для них. Или хилка. Не, давайте вот это вот. Челик казарму строит. Не, ну, я ничего, может быть, так и правильно. Смотрим, какие тут у людей стратки. Может, уже кто что придумал. Так, сразу потом надо будет реально посадить пару крестьян на камушек. Все будет хорошо. Сюда съездим. Может, тут еще где овцы есть. Может быть, конечно, пойти поохотиться, но что-то такое. Не очень хотелось бы. А, ну у нас вроде поля дешевле, кстати. За счет того, что за англичан играем, можно будет пораньше на поля перейти и все. Так, овцу нашли одну, хорошо. Надо еще найти факторию. И сразу надо туда караванчики послать. Мы здесь можем поохотиться, если что. Но лучше, конечно, какие-нибудь запасные эти находить. Где золото поковырять. Например, вот. О, челик тоже в лучников. Правильно. Я так понимаю, англичане лучниками, блядь, и славятся. Что я помню, в Castle Strike играл, там лучники у англичан, паладины у французов. И кто еще были? А, пехота у немцев. Так, ну фактории, я так понимаю, тут нет, да? Залежи. Столько тут где-то стоит, но она вроде большая. Не, фактории нету. Ладно. Так, лукари, да? Ну, погнали штамповать лучников. Заодно можно пехоту. Да, лучники быстро вылезают, это радует. Качнем добычу. Продолжаем делать крестьян. И сразу надо на камень, наверное, готовить и построить стенку потом.
эти лагеря. Лагеря хилят. То есть мы как способность его ставим и потом радуемся жизни. Так, иди потихонечку начинай ковырять. Где камень? Так, еще казарму. Ферму, если что, здесь дополнительно раскидаем. Хотя ладно. Значит, можно отменить. Пусть тут когда делаются элитники. Так, это хуйня тут, я понял. Рынок надо будет где-то около союзника ставить. Три святыни мы нашли. Бля, мысли вообще рынок тут захуярить. Прокатит, не прокатит, не знаю. Попробуем. Может быть, боты тут тупые и не будут искать. Так, сначала это строй. Так, тут копейщички нужны. И домики. Три штуки сразу. Тут, в принципе, лес, я надеюсь, задефает. Так, хорошо, у нас неплохо так лукарей. 50. Ага, вот. Отлично. Десятка будет. Вылезают мечники. Вроде пока все прекрасно. Тихонечку крестьян пересаживаем. Да, да, да. Мне кажется, пока все хорошо развивается. Так, готовы лукари. Так, ебошим раз и копим дерево. Так, это, наверное, разведка катается, да? Так, на что я... А, Грей, все, отлично. Кстати, что я хорошо еще забрел англичан играть, так хочу их назвать британцами. У них лучники сами за себя постоять могут. Например, вон лучни луками хуярят. Так, ну нормально, но небольшую стенку мы уже накопили. Продолжаем штамповать, ребят. Угу. 75-75. Блин, ну вроде нехилая пачечка уже. Не знаю, правда, достаточно этого будет отбивать боту или нет. Еще пацанов на камень. Но
Можно, в принципе, даже гвардейцев загрейдить. Грейд не дешевенький. Че у тиммейта? Королевский дворец уже строит. Но зато, кстати, у него армии нет. И мне кажется, у него экономика хуевее. А реально, чего у него все так плохо-то? Так, 4. Раз, два, три. Отменить. Тебя на дерево. Так, на золото. На золото надо еще насаживать крестьян на золото. Так, третья эпоха, чуть-чуть еды подкопить, можно прыгать. Ебать, копать. Погнали. Иначе сейчас ему пизда будет. Так, играет роль городского совета, играет роль донжона. Так, мне донжон нужен. Так, надо рабочих сейвить. Сука! Да я двоих не выиграю, по крайней мере, высоких. Средних можно, высоких вряд ли. Так, жизнь, тлен. Потеем. Я, конечно, выходить не буду, но мне кажется, я не вывезу. Так, с таким раскладом. Ебошим сюда. Сколько возишь? 192. Супер. Ну, я ласт. Кутлинчер. Ферратвиган. Не знаю, боту будут его выносить, нет? Ну, короче, на союзника кладем хуй. Закинем еще ребят. Мечники. Копейщики. Добыча золота. Усиленная. А, так, нужна кузница. Чё, где мы? Догоним, наверное, да? Да, 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 их не догоним. Оф. Иди ковыряй тут. Ты с этой стороны строить.
и с этой стороны. Я бронированный. Я понял, нужны арбалетчики. Так, мне вырезали пачку рабочих. Закончилась добыча камня. Идите сюда. Повышаем добычу камня. Так, добыча золота. Где золото ковырять можно? В душе не ебу. Знаешь, что стенку зато можно закончить. Так, тут стенка делается. Закрываем тут. Открываем тут. Давай, лагерь. Лечимся. Так, иди сюда, делай ворота. Блин, где золото? Вот здесь вот поковырять. Блять, здесь мало. Походу будем с торговли жить. И сюда. Доделываем стену. Заканчиваем век. Апгрейд. Можно, в принципе, крестьянам броню заказать. Хуже не будет. Вот сюда, наверное, надо будет влепить еще стену. Отлично. Иди сюда. Закрываемся здесь. Делаем врата тут. Так, крестьяне вылезать продолжают. Хорошо. Так, стрельбище, да? Две штуки, я думаю, мне хватит. Так, эти продолжают качаться. Идите сюда. Строим. Так, арбалетчики. Лучники. Качнем эту хуйню. Так, можно строить кого угодно, да? Давайте еще арбалетчиков добавим. Грейдим этих ребят. Тут захват идет. Нельзя дать захватить все три. Хуя.
нифига себе, бронированные ребята. Копейщики, копейщики. Очко врубим. Куда это говно поехало? И быстрее заканчивай стену, чтобы я хотя бы знал, с какой стороны мне пиздюлей придут давать. Так, ты заканчивай тут, заканчивай тут. Здесь стенка скоро будет. Прекрасно. Так, арбалетчиков не всех вырезали, да? Нет, не всех, новенькие строятся. Хорошо. Здесь мечников закажем. Бля, у меня снова мечники тут. Это захватили они, типа, да? Да, захватили. Вот, блядь, и пусть там сидят. Так, хорошо. Левые врата. Организуй донжон. Так, донжон. Ага, камней не хватает. Идем за добычу камня. Так, вопрос. Где ковырять еще золото? Окей, пока поковыряем тут, потом пойдем туда. В принципе, с торговлей, мне кажется, нехорошо капать должно. Накинем еще караваны. Имперская эпоха. Ой, срань. Так, лукари есть? Лукари где-то тут застряли. Отлично. Так, тут тоже пихтура. Да? Вот эти ебоножки бегают. Все, отлично, их порт сносит. Так, увеличивает бонус к скорости атаки за сеть замков с 20 до 50. Не совсем понял, но давайте возьмем. Делаем грейды. Особенно на найм. Тут все хорошо. С едой вообще прекрасно. Так, иди туда. Эти выезжать вроде не могут. Стенки везде закрыты. Все. Сидим в дефе. Лишь бы мне мою торговую, блядь, компанию не накрыли пипкой. Так, кузницу я строил, по-моему, не строил. Нет, вот она. Жрецы, блядь, полезли. А тараны стенку ломать могут? Могут. Я вас понял. Сюда. Шель нахуй. Все отлично, дефлис типа. Один ремонт. Башенка для стены, ну-ка. Организуемся. Так. Башни и донжон получают возможность ковать юнитов поблизости с помощью котлов маслом. Качаем. Так, кава, я не знаю, нужна мне или нет. Монастырь, в принципе, по-моему, нет. Тут я нихера не вижу, хилки мне могут врачи кидать. Погнали навек. Включая все функции, технологии, бонусы. До 50% увеличены атаки.
Давайте-ка еще один дворец поставим. Не знаю, правда, куда мне его тут влепить. Вот с этой стороны будем дефать. Там то, что армия создается, это армия по одному юниту из каждого вида. Ну, такой себе, как по мне. Так, нужны еще домики. Заставу организуем. Можно еще, в принципе, заставу тут организовать. Тут что? Пошел нахуй отсюда. Опять тараны. Тут у меня ворота есть. Так, пацаны, вы первая армия. Сюда ворот чинить. Нах, пошел. Пошел нах. Все, отлично. Домой. Так, надо будет сейчас еще посмотреть, какой лес можно. Ну, вот этот лес еще можно вырубить, окей. Не критично. Так, сейчас будет последний век. Где чинить? Так, пацаны, хилку. Отлично. Правда, лечится, по-моему, только лучники, да? Да, бля, лечится только лучники. Херово. Так, золото капает с фактории. Очень даже прилично. Давайте-ка еще парочку вот таких. И, в принципе, я думаю, с золотом у меня не должно возникнуть из жестких каких-то проблем. Так, качаем заставы. Здесь сейчас еще пушки ебанем. Камень добывается. Скоро кончится, ладно. Здесь есть еще. Есть еще. Золото. Окей, с камнем проблем не должно быть. Особенно, если мне не будут особо ломать стенки. Ну, кстати, они особо и не пытаются штурмовать. Либо разносят союзника, либо... успокоились. Надеюсь, второе. Так, добычу камня. Так, эти тут всю древесину расковыряли. Все хуёво. Настреливаем, настреливаем. Так, они захватывать пытаются святыни. Будет это отжать обратно. Давай монастырь. Сейчас сделаем пару жрецов. Сука. Трана опять привез. Катю, он правильно уёбывает сюда. Так, и можно еще один донжон влепить. Наверное, сюда. Да хуй.
Реликвии. Да, ну реликвии нет, ну ладно. Так, качаем лучников, делаем залп. Делаем здесь все грейды. Делаем здесь все грейды. Можно еще донжон влепить. Я думаю, вот сюда. Они что-то прессуют в основном эти стены. Камня не хватает. Ребята, давайте речь, чё вы там, еле-еле. Так, вы золото ковыряли, да? Давайте пачку на камень. Остальных сюда золото добывать. Это что за говно? Так, пора заканчивать с этими таранами. Заебали, честное слово. Тут организуем пушки. Тут организуем ворота. Тут, блядь, крестьяне ебанутые побежали. Ломаем ебальнички. О, тут даже осадные башни есть. Неплохо. Так, расчищаем путь, сейчас будем святыню захватывать. Идите сюда. Городской совет. Вот это наглость. Так, рабочие съебались. Я понял. Захват святыни. Отлично. Может быть, если я захвачу все святыни, я и так выиграю? Не надо будет их выносить. Хотя суть в том, что меня не сильно прессуют, может попробовать и вынести, но это, мне кажется, будет очень долго. Все, молодец. Иди сюда. Заканчивай. Потом ремонтируй. Так, мне нужен университет, нужны огненные стрелы. Так, кончился камушек, я понял. Так, университет. Не хватает ресурса. Тут
Для этого уже тревога. Так, бабло капает с торговли замечательно. Ой. Чё, а, блин, у меня лучше. Ой. Отходим. Ну нахер, Миша. Добавим копейщиков. Добавим мечников. Арбалетов. Так, вот здесь пушка есть. Бьем сюда. Тут разведка кругом катается. Меняем нахер тараны. Шикарно. Осадки пошли. Ебать, золото реально попёрло. Плюс. Так, лучникам дали пизды. Гвардейцы. Университет где? Вот он. Так, огненные стрелы, броня, алхимия, прочность здания. Кава мне не нужна. Можно организовать этих ребят. Так. Кто-то где-то стрелял. А, это ворота закрылись, я понял. Так, ребят, добычу поперли. Дерево и так, в принципе, неплохо. А, ну можно вот на этот уровень загрейдить, да. И здесь грейдим. Так. Градопашин, который обрабатывает поселенец. Еще и золото дополнительно капает. Так, они нейтрализуют. Я понял. Лечимся. Идем сейчас обратно отбивать святыню. Это что? Бежал. Нет, стоять. Давай, Драк. Давай. Куда ты, блин? Давай, давай. Догоняем эту хуйню. Хорошо, огненные снаряды пошли. Все, шикарно. Пошли, ёбнем. Да нехуй. Мечники, пушки, мечники, копейщики, лучники. Ха-ха-ха!
Бомбарды, хуяси. Так, нужна кава. Я кава не строил. Иди сюда, надо вынести это говно. Давайте, давайте, давайте. Во-во-во-во-во. Шикарно. Подкрепаем. Так, лучники. Еще лучников добавим. Тут арбалетчиков. Ребят. Так, ты иди не чилить, а? Работать. Что за говно? Отменяем. Так, это будет первый отряд. Угу. Наряд требушетов разбивается при попадании хрононосец по области. Так, делаем тогда требушеты. Трех, я думаю, мне будет достаточно. Бомбардами не буду, ладно, дорого. Так, качаем добычу еды. Что? Здесь страшно как-то нахуй. Так. Двух жрецов. Сейчас сделаем небольшой отрядец. Пойдем захватим здесь. По идее, там вообще никого, ничего. Кончился камень. Ну что, этого челика покоммуниздить? Он вроде не играет уже. Погнали. Бля, золотом вообще шикарно. Торговля прям на уровне. По 200 возят. Отлично. Так, здесь меня не трогают. Бля, стенки реально спасают. Вот она, орда поехала. Давайте сносим бомбарду нахуй. Давай, 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 давай. Хорошо. Рисуем. Подкреп. Так. Маленький отрядец под номером 7 у нас пойдет захватывать святыни. Отойдем. О, блять. Все супер хуёво. Ну что ж, рискнем. Чудо так чудо. Хуй с ней со святыней. Идем сюда. Так, требушеты готовятся, будем откидывать эту атаку. Так, тут делаем этих ребят. Лукарей. Чуть-чуть копейщиков. Стальной мечники. Хорошо. Там замок. Так, это чудо. Да.
Бля, а че я свое не построил? Вопрос. Вот только вопрос один. Интересно, а стенка там есть? У бота. Если здесь нет стенки, я сейчас быстро, наверное, снесу. Так не точно. Так, побежали. Бля, у меня садок нет. Они только сейчас готовятся. Так, здесь орда сидит. Даже пушки собирают. Бля, ребят, надо запотеть. А тут говно. А, эти пушки. Тут донжон. Нет, я не снесу. Нужна осадная. По руками тут ничего не сносится. Бля, пиздец. Поехали. Не знаю, успеет, не успеет. Тут нейтрализуют. Меняйте пушки. Бля, тут стенку пробили. Хуёво. Бля, наверное, проебал. Мечники, мечники, мечники. Пару жрецов. Не знаю, успею я снести вот эту хуйню или нет. В принципе, если здесь поставить трибушет, то, может быть, они достанут. Я смогу отбить. Ёбните жреца. Я больше его тут, блядь, не видел. Отлично. Так. Так, осадные едут. Можно даже их побыстрее. Отряд идет, но здесь осадные. Не критично. Жрицы есть? Есть. Сюда. Если я не отменю чудо, есть шанс, блядь, захватить святыню и затащить. Так, вот это говно убивайте. Еще накинем жрецов. Лимит, правда. Так, жрец идет. Хорошо, дефаемся тут. Тут пиздец. Так, осадки приехали. Одна, по крайней мере. Ага, еще две. Хорошо, у меня есть 4 минуты. Неплохо. Тут святыню сейчас отожмем. Тут святыню надо зачищать. До хуя всего. В принципе, армия большая, но есть. Пошли. Это будет наше. Surge Orchins are ready. That will I be on your... Posturing the Surge Orchins! Paras! Doing that, dude!
Достанешь? Давай. Ну все, должна доставать, блядь. Занимаем позицию. Сносим чудо. Здесь наши. Говорится, ладно. Нормально, сносим. Грустно, но сносим. Давай. Я не просру этот бой. Здесь что? Нейтральный. Нет, не нейтральный, блядь, пушку хуярит. Уходим. Пошли сюда камень ковырять. Золотом у нас так прекрасно все. Так, этих ребят будет недостаточно. Это, скорее всего, будет подкреп. Давай. Отменяем. Нахуй. Фух. Сюда. Он теперь тут чудо решил строить. Чуть банадж. Пошли отменять. Заодно захватываем святилище и выигрываем. Надеюсь. Тут дефаются парни. Тут вообще никаких попыток нет. Тут, если что, есть еще жрецы. Можно, в принципе, организовать подкреп. Дефем. Нейтрализовано. Хорошо, пошел захват. Сюда. И... Защитите все святыни 10 минут. Пиздец, проще было, блять, вынести пойти. Хорошо. Пошли проносить эту хуйню. Так, тут все хорошо. Тут, если что, делается подкреп. Вы что тут делали? Дерево добывали. Где тут еще есть? Вот здесь прекрасный лес. Пошли. Так, ты иди сюда. Нужна стенка. Так, замки дефают. Здесь прекрасно. Здесь торговля. Вообще замечательно. Мир, дружба, жвачка в этом регионе. No Hestes coming!
Садимся на деф. Эти сады мешают. Пошли. Стоим на месте. Отменяем эту хуйню. Нам 8 минут еще прожить. Нахер надо снести вот эту постройку. Дебушету лучше улучшает. Хорошо. Так, вы тут камень ковыряли. Камня, наверное, больше не осталось нигде, я думаю. Пошли сюда. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, четыре, пять. Что сюда? Я не городской замок. Здесь что? Кем-то пролетаюсь. Не-не-не, не сегодня. Бля, родной. Собор святого Фомы. Так симпатично смотрится. Давай-ка мы тоже его организуем. Как подстраховку. Так, замок уже полыхает, отлично. Здесь что? Перехват был попытка. По-прежнему идет. Так, разведчики тоже могут перехватывать, я понял. Меняем замок. Он в одном месте будет строиться, да? Так, тут держим. Ребята, вообще пизда, походу. Да, здесь ребят не вывезут. Ломаем все. Стенки живы. Почти. Где у меня рабочий? А, точно. Здесь сюда почини. Так, у меня лимит просел. Мечники, лучники, арбалетчики, стрелки, мечники, мечники. Да, святыня не падает. Дефы. Нет, не падает. Если вылезет под креп, мы удержим. А вот и подкреп. Продолжайте дефать, они вроде ни хера не делают. Тут держим. Ушел захват. Блять. Этот захват сейчас пройдет. Не, ребят, не успеют. Сейчас нейтрализуют, и мои 5 минут пойдут нахуй. Стройте чудо. Да, просрал. Где тут город? Up the running!
Куда вы поперли? Куда вы поперли, блядь, деритесь, Да просто весь лимит, блядь, обосрался, пришел. Пиздец. Штанкой лучников. Копейщиков. Так, мечников это так вылезает. Еще мечников. Еще мечников. У нас есть ход конем. Надеюсь, он сработает. У них тоже есть ход конем. До этого хода конем уже, по-моему, хуёвее пробираться будет. Ну чё, типа стенки пизда, что ли? Блин, там строят 4 рабочих, в принципе, сколько и мою. Жаль, попробуем. Пись. Разведчик ёбаный. Что захватил святыню? Ооо, бля. Бежим сюда. Орда пришла. Сейчас эту святыню будет отменять. Давай, топим. Отменим дворец, будет хорошо. Мой построится, мне главное их за город потом отдефать, и я выиграю. Пронести не дают, попробуем выиграть так. Так, тихо. Посадочки пока тут сейвим. Да, орда идет сюда. Шо вы обоссались-то, ёба народ? Сносим. Второй отряд. Пошли сюда. Нельзя дать им захватить три святыни. Чудо отменили, бля, разносим базу, может что и из этого и выберет. Дворец, правда, не снесем, но дворца я тут и не вижу. Защитите свое чудо. Так, а на камень наменять можно? Покупаем камень. Тем более золото у нас дохуя. Внизу еще данжон. Все. Этого сейчас ослабим. Этому ебал сломаем. Тут мы святыню захватили, но где-то, блять, ходит нехуевая пачка. Мне это страшно. Да я не вижу ее. Мечники. Хорошо. Закрой тут, блядь, еще стенка от греха.
нихуя непонятно. Ладно. Вот и орда, походу, или нет. Нет. Сопли. Жрецы пошли. Бля, вырезаем всю эту хуйню. Меняем все здесь. Так, здесь у нас есть ребята. Радует. Данжон готов. Давай стеночки. Здесь что? Попытка была захвата. Неудачная. Вернее, удачная, но еще. Да, орда пришла. Ай-яй-яй, мышку уронил. Давайте, ребята. Забираем по максимуму. Я заберу сейчас этих арбалет. Нет, не заберу, ладно, теряю пачку. Ну ладно, зато с боем. Пещики. Мечники. 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 Хорошо. Грейдим тут, нет камня. Покупаем камень. С золотом у нас все замечательно просто. 6 минут чуду простоять. И ты идешь нахер со своим рынком. Хуй тебя не торговли. Так, тут ребят сидят. Даже тут ребят сидят. По-моему, охрана. Да, охраны никакой, бля, просто встанем и захватим. Будь что будет. Так, тут ребят стоят, отлично. Лимит восстанавливается. Бля, интересная карта, кстати. Вжух. И херте. Так, здесь все прекрасно. Тут ребят катаются. Шли сюда. Так, все, предел. Это будет наша первая армия. Основная ударная. Это будет отряд 3. По возрастанию. Так, эти сносить не буду, бля, пусть как точки. Чекать будем, где, если что, они пойдут. Что здесь? Здесь Декс. Орда приехала. And the white.
отсюда! You ready for the next worker on the Roma? Так, добавляет от постройки оборонительной бойницы. Пушки. Пушки. Грейды. Захватываем. Кстати, эту орду мы разбили, получается. Там оставались несколько арбалетчиков. Хорошо. Защитите все святыни. Она мне похуёвала на ваши святыни. Так, вторая армия сейчас рассыпется. Зато первый даст пизды. Хорошо. Отменили это говно. Пошли сюда. Вторая волна приехала, походу. А, куда по съему? Нет, стоять. Башню. А, теперь сюда поехал, да? Да, все, это победа. Чё? Отбили. Эти пусть тут стоят. Вроде хорошо себя чувствует. Ну во-во, подходи там сейчас, блядь, по вам форт ёбнет. Ага, я понял, он вроде кнопочку надо нажимать во время клика. Ёбаный тиммейт. Бля, ну это того стоило. Первая эпичная заруба в Age of Empires 4. А, огонь. Так, единственное, сводку я еще не научился смотреть. Это минусанулся, пидор. Ладно, жаловаться я на него не буду. Графики. Число поселенцев. Охуеть, надо играть примерно на... А, то есть да, даже есть 106. Один играл где-то на 60, второй где-то на 76 или 5. Ну, значит, тут прыгали. Ну, вот этому я, получается, поселенцев вообще не убивал, этому немножечко проредил. Получается, вот кому я проредил, это, наверное, араб. Общее количество ресурсов. О, я, кстати, лучше одного бота шел, но второго я не переплюнул. Наверное, у которого дохера этих было. Число военных юнитов. Ох, пиздец, хорош, сука. Так, счет войска. Война. Убито, потеряно.
Охеренно, кстати, отличная УСК. Разрушена до хера. Один кто-то разрушил 4. Это, наверное, стеночку пробили. Моего вообще ни о чем. Убито 6, потерян 27. Вот. Я не знаю, кем был вот этот вот, но, блядь, у него хорошая статистика. По-моему, это один и тот же. Наверное, это этот, немец. Хотя хер он знает. Так, я больше всего добыл пищи. Этот больше всего добыл... А, и ну конечно, еще б золото, блядь, не больше всего. Такая торговля. Ой, технологии, общество. Бля, прикольно. Мне понравилось. Отлично, топчик. Ладненько. Давайте, наверное, на этом закончим. Еще бы не закончим. 1:20 видос. Все, всем спасибо. Всем до новых встреч. И пока.